Очередной тур в воскресенье. Лидер принимал команду, находящуюся среди аутсайдеров. И игра еще раз подтвердила разницу в классе. «Спартак» действовал легко, почти не встречая сопротивления. Уже в первом тайме в воротах «Памира» побывало 4 мяча. Счет открыл Шмаров. Затем хорошую комбинацию «Спартаковцев» завершил Черенков. Обратите внимание, как технично он перебросил мяч через вратаря гостей. Спустя 8 минут «Спартаковцы» получили право на 11-метровый, назначенный за игру рукой. Сильный удар Родионова был точным. 3-0. А за 5 минут до конца первого тайма еще одна хорошая комбинация «Спартаковцев». На ударную позицию выходит Кузнецов, и счет становится 4-0. Во второй половине матча «Памир» немного активизировался, но это произошло за счет небрежной игры «Спартака», который посчитал, что встреча уже выиграна. Конечно, сомнений ни у кого не возникло, кто победит. И даже мяч, забитый за здравных, не сколыхнул «Спартаковцев». Правда, они, в свою очередь, ответили также мячом, который провел Новиков, вышедший на замену. «Памир» использовал еще одну ошибку «Спартаковцев» в обороне. Мяч на счету Закирова. Кстати, он тоже вышел на замену. И, наконец, на последней минуте матча достиг цели удар «Спартаковца» Родионова. Не очень удачно сыграл Манянников. Итак, 6-2 в пользу «Спартаковцев».